Я написал тут кое-какую историю, просто отпад. Я даже не знала, что ты пишешь. Кто же тебя вдохновил? Шекспир, Федор, Конюхов. Телочка, что написала «Сумерки». У меня есть прекрасный материал, о котором нужно написать. Есть парень, который утверждает, что раскрыл секрет Бермудского треугольника. У тебя будет история, которая просто снесет крышу. Студии, подарившей нам ночь в музее. Откуда вы? Я с острова Манхэттен. Вы были королем? Да, и я вошел в историю как Гулливер офигенный. Впервые люди перестали смотреть на него сверху вниз. Чтобы завоевать принцессу, ты должен стать крутейшим охмурителем. Научишь меня? При следующей встрече просто скажи, я в тебя втрескался. Много интересного происходит. Хочу, чтобы и ты был в теме. Наконец-то на него обратили внимание. Чтобы разблокировать, сдвиньте панель. 12 сообщений. Мистер Популярность. Но как только он подумал, что нашел себя, они поняли, кто он на самом деле. Вызываю тебя на дуэль. Принимаешь вызов? Начинай. Дал нам слово. Простите меня, я всего лишь чувак из отдела почты. В этом году. Гулливер, ты считаешь себя таким же маленьким и ничтожным, но я знаю, что ты не такой. Ты сильный. Он докажет, что он тот герой. Я хочу снова стать вашим защитником. Почему мы должны тебе верить? Пацан сказал, пацан сделал. В этот раз. Каким всегда мечтал бы. Блефускианцы атакуют. Зададим им жару. Джек Блэк. Эй, чувачки, я пришел с миром. Огонь! Я неуязвим. Путешествие Гулливера. Игра на паузу. Забавно. Скоро в кино. Также в формате 3D.